Сейчас я расскажу, как я покрасил яйца с помощью необычного чая от Каркаде. Берем вот такой вот чай. Каркаде называется. На самом деле здесь лепестки суданской розы. Высыпаем в кастрюльку. Ну, в общем, я положу две пригоршни на 1,5-литровую кастрюльку. Вскипятил. Добавил там 2 ложечки уксуса 9%, 2 столовых ложки. Потом кладем туда яички, предварительно сваренные и охлажденные, соответственно, чтобы они у нас не полопались. Вот такой вот серый пока что получается цвет. Ну, здесь мы их оставим часа на 1,5-2. И дальше я покажу, как они будут выглядеть после окрашивания. Вот, мешать я их не буду. То есть, как есть, так и есть. Ну что, прошло 1,5 часа. В такую вот красоту превратились наши яички. Сейчас мы достанем 2. Посмотрим, какие они станут после охлаждения. А потом, если что, процедуру повторим. Вот такой вот парадокс из ярко-красного чая Каркаде. Получились вот такого вот цвета яйца. Ну, для сравнения, изначально они были вот такие беленькие, а стали вот такие непонятно землисто-зеленые, сиреневенькие, цветные, непонятные какие яйца. Ну что ж, попробовали. Больше не будем так делать.